Ни для кого не секрет, что подростки зачастую легкомысленно относятся к своему образу жизни и питанию. Экспериментируют с употреблением табачной продукции, алкоголя, а также чрезмерно используют гаджеты. Чтобы напомнить ребятам, в первую очередь юношам, о том, что здоровье и будущее в их руках, в Брестском политехническом колледже на протяжении года проходил профилактический проект «Будь сильным и мудрым, сохрани свое здоровье». Важные мероприятия, которые проходили, они были нацелены на то, чтобы рассказать и убедить, проконсультировать подростков на такие темы, как профилактика употребления психоактивных веществ, потребление табака в разных разновидностях. Да? Это профилактика тех факторов, которые влияют на здоровье подростка, связанные с режимом отдыха, труда, питания, качества питания. Когда к нам пришли из Центра здоровья и эпидемиологии, мы сразу заинтересовались, потому что это важно. Ребята должны сами проявить инициативу, они сами должны готовиться самостоятельно. Они были очень заинтересованы в этом мероприятии. За это время были проведены важные встречи на тему здорового образа жизни. Выставка совместно с Брестской епархией, конкурс на лучший плакат и конкурс «А ну-ка, парни». По итогам конкурса были определены победители, которых отметили дипломами и призами. Мне очень понравилось. Мы участвовали в конкурсе «Будь здоровым и мудрым». Я был как отрицательный герой, который сидит постоянно за компьютером и ничего не делает. Также мы показали, что из этого может вытекать. Это реально интересно, потому что попробовал себя в чем-то новом, что-то узнал. А также, ну, главная цель, конечно, это показать молодежи, как же нужно поступать, и то, что здоровье – это довольно-таки важная вещь. Участниками профилактического проекта за это время стали более 250 учащихся, которые проявили интерес и инициативность. Цель достигнута, потому подобный опыт получит продолжение.